На улице Гагарина сегодня произошел пожар в общежитии. Около 6 часов утра в одной из комнат на 4-м этаже вспыхнул огонь. Некоторые жители не смогли самостоятельно выбраться из своих квартир. Нам позвонил сосед, сказал, что мы не выходили из комнаты. Вот он здесь живет. Он уже сам стоял на балконе своем и сказал, что пожар. Вот, мы живем прямо напротив этой комнаты. Когда мы выглянули в зрачок, тут прям пламя полыхало и было очень страшно. Несколько человек спасли по пожарной лестнице. Еще 57 жильцов, в том числе четверо детей, эвакуировались самостоятельно. Для оказания первой помощи на месте дежурили бригады скорой. В тушении были задействованы 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Справиться с возгоранием огнеборцам удалось за 38 минут с момента поступления тревожного сигнала. В результате ЧП уничтожено все имущество в комнате, где произошел пожар. По словам соседей, в последнее время там никто не жил, но дверь при этом не была закрыта. Пока специалисты выясняют причины происшествия, коммунальщикам предстоит сделать ремонт в коридоре и заменить поврежденную электропроводку. Жильцы тем временем подсчитывают убытки. Несколько комнат на нижних этажах общежития затопило. Отпал потолок, вода до сих пор бежит. Уже 6 часов на ногах из-за этого пожара. Сегодня даже пришлось с работы отпрашиваться. Сейчас пока надо, все будет просушивать, все стены, все сырое.